роман один. Розы и Джек, знаешь? Да у тебя уже голова скоро отупеет от своих романов. Нужно читать полезные вещи. Держи. Это книга Стивена Хокинга. Читай. Ну все понятно. Это было очевидно. Я так и знала, что Изабель сдохнет. Может быть, фильм о Гарри Поттере посмотрим? Ты чё, дура? Какой фильм? В фильме всё не так, как в книге. Вот, держи книгу, почитай. Максимально грустно. Господи, какая концовка. Какой финал, я знала. Полюби в жизни не бывает. Если ты любишь, не говори «Бог в моем сердце». Ну что же, здравствуй, глаза напрасно. Отводишь сторону. Свою Ли читаешь? Ты чё, это офигенный любовный роман. Тут рассказывается об одной девушке, которая всячески отвергала мужское внимание, но потом встретила своего красавца. Вот смотри, Ли или шанс быть счастливой. Ксю, ты не представляешь, вчера такая жаркая ночка была. Линда, видела я, сторис буза вообще отдыхаю. С девчатами так круто вчера потусили. Сейчас профиль загружу, все видосы обзавидуются. Я так долго искал тебя. Это говно, по цвету не подходит. А это вообще в этом платье уже фоткалось. Нечего выкладывать. Нужно сфоткать. Выложить. Красивый фонарь. Нужно сфоткать. Все, нам нужно сделать селфи. Надеюсь, нас видно? Видно. О. А, сойдет. У нее же Гарри. Ксю, а какую подпись фотки придумать? Блин, 200 лайков. Фотка не зашла, позор. Алло, Лесь, у меня 5 лайков в Инстаграм. Алло. Привет, я кручусь на ПП и без всяких картошек фри. Скоро буду. Хорошо, хорошо. О, блин, ты тоже зашлась? Конечно, ПП наше второе я. Мама Ксюши, вы сделали зачет? А, да, мы зачет уже сделали. Сейчас у меня спит. До свидания. Алло, Ксюх. Алло. Я тебя прикрыла. Блин, подруга, спасибо, что прикрыла. Ой, пожалуйста, выключи дождь. Блин, надо прекратить жрать. Сейчас же лето. Нужно похудеть. Все. А где мои сиськи? Где моя необъятная мясистая попа? Блин, ну что за доска? Эх, хочу короткие волосы. А пойду-ка я подстригусь. Что за урок? Я скучаю по своим длинным волосам. Кто-нибудь, верните мне длинные волосы. Значит так, сейчас я его поставлю на место. Здравствуй, Скотина. Удали мой номер. Не звони мне больше. Никогда. Давай пять, подруга. Надь, а может быть я зря так с ним? А кто мне будет ипотеку оплачивать? А сумочку Шанель кто мне купит? Эх, хочу домашнее животное. Я думаю, это круто. А это тебе на ужин, Мася. Мяу. Мася! Ну нафиг эти желания. Россия, давай вперед! Дура, это португальский флаг. И что? Давай! Синюю карточку ему! Дура, синей карточки нет в футболе. И что? Какая разница, какой цвет? Синюю карточку! Что? Давай! Ну! Спартак, но! Вперед! Ха-ха, лошок! Футбол! Судья, куда ты смотришь? Очки купи! Витя, что ты делаешь? Играй по позиции! Ты куда бежишь? Вот дебил! Не туда бежать надо! Расскажись, пожалуйста, я твой фанат, я мечтаю о тебе. Автограф, пожалуйста, я мечтаю. Я сейчас отойду на пару сек. Окей. Я фоткаюсь! Ты можешь хотя бы один раз не фоткаться в туалете, когда мы выходим куда-то.
Блин, как круто. Я хочу так же, но боюсь, у нас так же не получится. Да ты что? У нас получится даже круче. Давай. Only you. Ну, что, получилось? Да, круто. Сейчас я приду. Хорошо. Так, самое время для... Тур, ты шоколадку ребенку украла. Что? Блин, Люсь, ты понимаешь, что я не буду вам больше звонить? Позвонить ему и сказать, что я скучаю. Ты как себя не уважаешь? Позвони мне. Люсь, отдай телефон. Ой. Позвони мне. Знаешь, я вообще очень стеснительная. Я не смогу просто подойти к парню и познакомиться. Иди ко мне, пупсик. Люсь, я сейчас на диете, поэтому творожки ему не жрать, окей? Хорошо. Может быть, все-таки по творожку схаваем? Люсь, вот скажи мне, какие творожки? У меня в шкафу вон целая пачка чипсонов есть. Иди, достань. Я вообще не конфликтный человек. Я стараюсь людям уступать во всем. Да и споры. Это такая глупость. Ребят, а есть у кого сидя? Может быть, хватит уже бухать? Ты чё, потаскуха, сказала? Да я ж тебе урод! Люся, а в доме есть ножи? Ну чё, пойдём, а? Сегодня же 2 августа. Погнали! Куда? Дорогая, у меня всего 2 праздника в году. Это твой день рождения и 2 августа. Ты чё, забыл, что в прошлом году было? ДВ, это купол из тропы. ДВ, это сила в руках. Я обещаю, я пить в этом году не буду. Тогда пойдем вместе. Ну чё, отметили день ВДВ, а? Все люди как люди, а я суперзвезда. Звезда. Семья, я дома. О да, детка. Мам, пап, кто-нибудь? Кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. Может, мусор выкинуть? Да не, бред. Да, мам, да трубку я хорошо. Ты можешь на ней ходить, я думаю, не дорожу, убрала. Так, что у нас будет по трекам? О, точно. Дура, сделай потише. Чек милицию вызову. Ну, наконец-то я могу поесть мои любимые чипсы. О, да. Алло, мама. Слушай, ты не скажешь, как яичница готовится? Да не, я серьезно. Как она готовится? Вы что, соседи? Посмотрим футбол вместе, а? Я блинчик испекла. Мяч отскакивает от игрока и уходит за пределы поля. Ну чё, за кого болеете, соседи? Наверное, испанцы выиграют. О, Владос Испандос! В смысле Испания? Наши выиграют. А если Россия выиграет, мы с Владухой голышом побежим! Солнышко ясное, самое в мире, ты прекрасная. Я обнимаю, целую тебя. А моя любовь к тебе неземная. Вот так я люблю тебя. Мы что же сядем? Давай. Родная. А? Зарядка есть? Есть. Ромео, здесь так красиво, я перестаю дышать. Джульетта, если это было бы так, я бы давно в коме уже. Красиво, да? Ничего так. Спасибо, что привел меня в такое красивое место. Я должен тебе кое-что сказать. Я отравлен и скоро помру. Нет, если ты умрешь, то я умру. Нет, я умру, а ты живи. Нет, ты живи. Ты живи. Так
Когда уже сдохнете, вы, а? Задолбали, блин.